Доброе утро, Красноярск! Доброе утро, мои дорогие, любимые подписчики и гости моего канала. Вот такое утро, 8 утра Красноярска. Вчера был дождик, погода хмарит. Придется переодеваться в джинсы там или в штаны, но погодка неважная. Вчера был кайф, вчера было замечательно. А мы с Константином идем завтракать. Олесенька наша убежала на работу. У нее сейчас 3 дня рабочих. А мы с Константином вчера с Олесей сходили закупаться в ближайший магазин. Вот такую курочку купили с копченым лососем. Масло сливочное. Огурчики вчера тетушка дала. Свеженькие, прямо с грядки. Вот такие огурчики дала. И варенье, баночку своего сдачи. Вот. Потом меня ждут еще коржики. Олесенька любит чокопаи. Нам еще нужно... Ну-ка, Костя, помоги мне. Открой. Конфеточки мармеладные. Мармеладные конфеточки. И все это у нас на завтрак. Купили вот такое шикарное кофе. Будем пить вот такое кофе. Арабика. Все, начинаем завтракать, да, Константин? Да. Ну, а Константин, не изменяя себе и никому, жарит глазунья или яичница? Глазунья, глаза торчат. Ну, а это что торчит у тебя? Ну, глаза, я люблю глазунья. Глазунью жарим. Ну, вот так выглядит утром Аленка. Извиняйте, не красимся, не мажемся пока ничего. Подстриглась, говорила, за 8 ойра вчера, 800 рублей. Она такая говорит, 800 рублей с вас. А у меня и не было 800, я говорю, на 1000. Счастливая такая, довольная девчонка. И сказала, приходите, я вас покрашу и перьями, и чем хотите. Ну, сейчас наведем марафет. У нас в 11 часов за мной приезжает сестра двоюродная. Мы едем на мастер-класс по кулинарии. Потом у нас план на дачу к дядьке. Там баня, там разговоры, там костры, там все на свете. Не знаю, дело до шашлыков дойдет или нет, потому что он там один на даче живет. Тетушка здесь работает, еще подрабатывает Полинечка. У нас планы Наполеона. Встретиться со знакомыми, встретиться с друзьями. А Константин наш уезжает в Партизанск. Так что, Партизанск, держись. Встречай Константина. Там его одноклассники откупили кафешку, и их 13 или 15 человек будут встречаться одноклассниками. Недавно же была встреча одноклассников, 40 лет, а по их выпуску можно было отсчитывать время. То есть они пошли в новую школу в Партизанске, только построившуюся, в первый класс. И вот они там были гостями программы. Их там и снимали, и все это было культур-мультур, очень приятненько и хорошо. И вот девчонки классные у них, девчонки классные у них класс, организовали уже посиделки в кафе. И вот они с Костей Кальбиным, с одноклассником, с другом, который жил у нас в Германии, нас встретил вчера. И вот они сегодня рихтунг держат, направление на Партизанск. Он там останется до вторника. Вот так-то. Рыбалка, охота, пьянка, гулянка. Может, корову подоет у Катеньки, у сестры двоюродной, если доведется ему. Дела идут. Красноярск шепчет, Партизанск ждет. Ну что, мои хорошие, все, мы все в сборе. Константин в сборе в Партизанское, да? Да. Я по Красноярску тур, рум-тур. Мы все готовы. Волосы маленько что-то торчат. Ну ничего, это всегда у меня так бывает. Когда только подстригусь. Я же подстригаюсь коротко, поэтому... Как есть, так и есть, да? Эй. Немножко взяли жвачку. Вчера венца выпили же, видели. Поэтому... Сейчас выпьем. Ну все, Константин, да? До вторника. Давай. Не подведи. Не подведи, ага. Щи в котле. Каравай на столе.
Вода в ключах, а голова на плечах. Другого выбора нет у нас. Вчера прошел большой ливень. Даня, да. Старовучий ливень прошел. И вот такая у них сразу становится грязюка, по-честному сказать. Ну ничего, прорвемся. Все едут, и мы проедем, да? Это мы сейчас на улицу заезжаем, где на автовокзал прямая дорога. Да. Параллельно. Ну, перпендикулярно. Да, да, да. Я еще город не забыла. И через автовокзал вообще поедем? Или выедем как это? Как поведет он. У нас мальчишка как поведет. Да, получается. Через 200 метров. Ладно, поверните направо. Ладно, поверните. Ладно, поверните направо. Я поворачиваю. И дождя не было, он что, этими местами, да, как говорят, местами. Может, высохло. Или по краю называется. По краю дождь прошел. Ну, посередине почему-то нет. Посередине нету, а по краю прошел. Выборочно. Я хотел по-другому вести. Камера контроля перекрестка. Ага, вот Костя и говорит, не дай бог ты заедешь вот тут на белую линию, да? Ну. Все, говорит, только успевать будут щелкать эти госуслуги. Не через госуслуги, говорит, дешевле. Да. Если сразу за Уфурты, через госуслуги, говорит, вообще не что-то. Не знаю, я вот сколько езжу, в три раза. Я сколько езжу перед это, заезжаю за линию. Ну, пару раз пришло, это я еще давно работала в пятерочке, сейчас вообще все нормально. Да. И вообще штраф сколько, если за линию? Нет, что-то даже не знаю. Наверное, 500 рублей? Я не знаю, Лена, я вижу, у меня штрафов тут нету. Ну, Кальвин, говорит, уже нахватал штрафов. Ну, он там, видимо, целыми да, днями да, да, целыми на машине. А я-то села, 15, я же тебе говорю, 15 минут до дома, 15 минут до работы. Все, моя вся эта. У меня машина не отрабатывает свою должность, как говорится. Свой рабочий график, да? Да. Поэтому надо мужика найти с машины, чтобы возил, чтобы одна машина была и хватит. Не говори. А машина сейчас роскошь вообще прям. Вообще прям роскошь. Что за тормоз коммунизма? Что такое? Да, арбузы, видимо, не все. Арбузы боится, что рассыпятся. Боже, какой. Тогда бы ехал бы по другой полосе. Ёж макарёв. Сейчас же можно ездить по автобусной выходные дни. Выходные дни? Да, по автобусной полосе. Звони.
туда проехать, мы что-то где-нибудь быстро паркуемся. Так это какая улица? Лебедева? Нет, это Красная Армия. А, Красная Армия. Это здесь у Ирины Шляпкиной была это нотариальная контора. А на Цвишенбюрф вот здесь вот это тюльпанная, да, цветочная вот тут? Ну, я не знаю, я здесь вообще же не бываю. Потому что я помню, я вот здесь выходила на остановке, и вот тут, и тетя Валя по ступенечкам спускалась. Ну, это не знаю, видишь, сейчас, да, где тетя Валя живет, где-то так-то. Через 200 метров поверните. Ну вот мы пришли на парти большую, бесплатную. Но нужно билеты забухивать. И вот такое расписание у билетов. Здесь будут все шефы ресторанов собираться. Шефы из Сибири. Есть вопросики. Пойдем. Сибирский институт развития креативных индустрий. Я вам даже расскажу некоторые жанры и вообще мероприятия, названия, которые они уже организовали. Я думаю, вы вспомните, что вы все их посещали. Эта команда уже известна неделями моды, маркетами и шоурумами сибирских брендов, выставками современного искусства, собственной галереей и даже первые в Сибири реализовали реалити-шоу «Битва приятного». А еще второй год мы совместно делаем гастрономический стрит-фуд-фестиваль «Tech Air» в отборе креативного кластера «Квадрат». Так, что еще? Много информации, хочется обо всем вам рассказать. Буду пока выборочно, чтобы не перегружать вас на завтраке. Гастроли наших... Что еще организовали? Уже организовали гастроли наших ресторанов Москву, Гастрофорум, который также стал новой федеральной площадкой в индустрии. Прямой... Down Tempo. Правильно произнес? Либо Chill Rave. Down Tempo, либо Chill Rave. Chill Rave не слово. Chill Rave. Слушайте Chill Rave. Обязательно, каждый день. Вот царица и Chill Rave сразу потом. Такая связка должна быть. Не, ну у нас сегодня, да, у нас все сегодня посвящено тайге, все посвящено Сибири. Поэтому и музыка у нас в Красноярском крае, в Сибири так много разных этносов. Поэтому мы эту музыку, конечно, тоже показываем, знакомим. И вообще она очень атмосферная, такая очень завораживающая. Скажи, а ты играешь именно такую музыку? То есть ты прям на ней вот Chill Rave специализируешься, правильно я понимаю? То есть сколько лет уже играешь? Ой, лет 20. Ну ты сильно моложе выглядишь. Не знаю, может быть цепочка молодит. Очки, футболка. Прекрасно.
Слушай, такой вопрос еще. Ты в Красноярске бывал раньше? Ты первый раз в Красноярске? Успел где-то здесь побывать, поужинать, пообедать? С утра прилетели, еще не успели, да, пока? Ты прилетел, ты понимаешь, что ты в гастрономической столице? Это надо обязательно поесть. Ну ты сейчас отыграешь, и можно есть спокойно. Много, все локации. Самые вкусные рестораны. Все в твоем распоряжении, чтобы ты максимально насладился сибирской кухней. А сибирская кухня знакома вообще? Пробовал что-нибудь раньше? Пельмени, что? Не раньше. Но, друг, тебя ждут открытия 100%. Ладно, не будем тебе мешать, чтобы ты продолжал готовиться. Друзья, продолжаем наш тайгер, знакомимся со всеми ресторанами, которые у нас представлены. Сейчас еще немного времени, решим все солнечные вопросы и уже передадим эту сцену. И ваше внимание диджею Корбу, который сегодня специально из Москвы прилетел к нам для того, чтобы украсить, добавить этно-стиль, как мы выяснили, чилл-рейв в наш фестиваль. También verá el pago que estaba cada día trabajado y aquella ya cambiado. Cuidado con comprar en otras partes, de ninguna manera se podía. На дачу. На Калягина. Да, не, правильно я сказала. Ты свободный? Сейчас едем по свободному. Посмотрите, в приправах находится черемуха сухая, молотая. Вот это кайф, вот это я куплю, вот это да. А вот она и зира, которая мне нужна. Че? Всем привет! Я на даче у дядьки, родного, любимого. Дядька – это
мамин брат Анатолий. И я на даче на Калягина, друзья мои, на Калягина. Кто не знает Калягина, тот узнает к вечеру. Много потерял. Калягина тот узнает. Во, вот так вот мы приветствуем вас всех на дачке. Уже топится банька, уже топится все подряд у нас. Анатолий, дядька уже вон ребятишкам какие эти понаделал. Ой, ну и что, на следующий год она уже будет функционировать или нынче? Вот эту вот дырочку залепить. А, ага, ага. Очень хорошо. Так уже и так почти все порядочно. Ну что, пойдемте на дачу. Ой, хорошо-то как. И цветочечки. Это что, тыква такая растет? Желтая. Тыква растет желтая? Да ты что? Какая прелесть. Вот, а мы в магазине покупаем. А у них своя. Сейчас я вам домик покажу. Вчера прошел дождь, вы не поверите. А у них вот такая дорога интересная, очень интересная. И мы не стали с Анюткой забираться сюда, не испытывать судьбу. И пешочком немножко прошлись. А вот такая дачка, вот такой домик у дядьки. Банька. И домик двухэтажный. Мы сегодня на втором этаже будем спать. Классно, прекрасно. Вот такая дача. Ой, ребята. Морковка. Интересно, есть морковка или нет? Сейчас я вам сорву одну морковину. Посмотрите, какая красотка. Сейчас я помою и съем. Это же чудо из чудес. Маленько им прорежу морковочку. Хотя у них хорошо прореженные, молодцы. Прореживают морковочку. Я люблю прореженную морковку, чтобы морковка была как морковка, а не игрушечная. О, какая красота. Дальше идем. Вот земля так земля. И с перегноем, и совсем на свете. Толя! Толя! Толь! А почему пустая грядка? Уже вырвали что-то? А там чеснок. А, чеснок был? Да. Ладно, прощаем пустую грядку вам. Свеколка, которую я покупаю за 2,99 4 штучки, да? Прекрасная свеколка, шикарная. Там вон уже, наверное, цукини подошли. Кабачки уже вовсю, наверное, плещутся. Или только растут. Нет, нету. А, вот есть. Молоденькие пошли, видите? Красавчики, морковки столько много. Молодцы. Лучок вон свеженький пошел. Пойдем в эти зайдем. В теплицы. У нас, ой, ну ладно, прощается. Тут у нас перчики. Все-все в перчиках. Посмотрите, какие большие, хорошие перцы растут. Классные. Здоровые. Сорт какой-то здоровый. И маленькие имеются перчики. Сейчас спрошу у дядьки, можно сорвать один перец? Толя, а можно я один перец сорву? Один перец можно сорву? Перец? Да. Можно? Срывай. Хорошо. Побольше. Хорошо. Свой домашний. Ой, ребята, это вам не магазинные перцы. Сейчас выберем побольше. Ой, если не упаду. Далековато. Сильно.
Может, надо было его отрезать как-то. Что-то у меня плохо получается. Все. Оторвала. Следующая теплица. Огурцово-помидорная. Такие мощные огурцы. И огурцы колюченькие. Вы представляете, а? Ай, какая прелесть, огурцы колючие, а? С пупырышками, как я их называю. Огурцы с пупырышками. Вот это огурцы, так огурцы. Вон они. Полностью все забито огурцами. И помидорки имеются. Вся дача уже в помидорах. Снимают на месте, краснеют. Все делается капитально. О, какой домик. О, какие помидорки у них уже. Выберем помидорку еще на еду обязательно себе. Побольше. Помидорочки возьмем. Ребята, а я в бане. Не стали свет проводить. Посмотрите, какая красота. Я купила веник новый. Проезжали мимо. Специально за веником заехала. И сейчас я буду париться. Вот такая у меня культурная программа. Сейчас у меня по расписанию. Сейчас у меня по расписанию парилка. Все, спасибо. Ага, ага. Парилка у меня по расписанию. Все, я пошла. Не теряйте.